В Серпухове появится еще один офис МФЦ. Накануне глава городского округа Юлия Купецка посетила торговый центр «Атлас» и проверила, как ведутся работы по его обустройству. Подробности в нашем сюжете. Ремонтные работы в самом разгаре. Стены уже покрашены, напольное покрытие настлано. Сейчас строители устанавливают освещение. Отдельное помещение выделили в торговом центре «Атлас» специально для создания дополнительного офиса МФЦ. Это позволит разгрузить главный на Борисовском шоссе, а также предоставить практически весь спектр услуг жителям, проживающим рядом с привокзальной площадью и в ближайших деревнях. Мы видим, что привокзальная площадь – это такой достаточно серьезный пересадочный узел, транспортный узел. У нас здесь большой поток людей, жителей. И мы, конечно, посмотрим по трафику. Если мы увидим, что запрос у жителей именно на этот офис будет большой, большое количество обращений будет поступать непосредственно через данный дополнительный офис МВЦ, мы будем рассматривать возможность по увеличению количества окон. Пока функционировать будут только три окна. При увеличении потока клиентов в МФЦ планируют расширить дополнительный офис до 6 информационных стоек. Для посетителей сделаны несколько входов, как с улицы, так и из торгового центра. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться лифтом. Несмотря на небольшую площадь нового помещения, здесь жители смогут получить большинство основных услуг. Услуги будут предоставляться не в полном объеме, потому что определенные должны быть условия для выдачи загранпаспортов, паспортов. Это определенное должно хранение. Отдельно. А какие услуги будут предоставляться? Предоставляться все будут услуги, кроме прописки, выдачи загранпаспортов и водительского удостоверения. Остальные все. Сейчас строители заканчивают ремонт. На следующей неделе уже будут устанавливать мебель. Кстати, обратиться за помощью в МФЦ на привокзальной площади жители успеют еще в этом году. Планируется, что дополнительный офис откроется в 20-х числах декабря.